Looking out, сказал мужик. Вот моя любимая карта даст. Давайте пока разомнемся. Кстати, тоже я заметил, смотрите, да, когда вы заходите на сервак, а сейчас было обновление, да, Counter-Strike, поэтому все сервера, короче, упали. И сейчас сервера тоже обновились. Я вот зашел, пока никого нету. Видите? Сначала, когда вы заходите на пустой сервак, автоматом ставятся боты. Но эти боты, они потом будут заменены на людей. Поэтому мы пока начнем. А, это была разминка, да. Пока мы начнем с ботами, а там потом уже придут люди и так далее. Но это не важно. Все равно мы просто играем, чтобы расслабиться, посмотреть на такую замечательную игрушку, как Counter-Strike. За красивую по графике. Очень красивая графика. Реалистичность на высоте. Кстати, я уже поиграл примерно в общем часов 5. Зачем я кину туда дымовуха, я не знаю. Лучше кинуть это говно. Давай. Опа. Мне никого не убило. Опа, братюня. Так, минус 1-1. Пойдем, пойдем. Пойдем, братюня. Дым был здесь был лишний, да. Ну что ж, let's go, let's go. Смотрим, где у нас люди. Скоро придут уже люди. Вот, вот, тварь, я тебя вижу. О, я думаю, я убил. Нет, не я. Сейчас пойдут. Просто опять, я смог зайти, наверное, сразу с 10-го, потому что сервак падал. Казалось бы, обновление вроде небольшое, 11 мегабайт, но это тяжело, тяжело. Тяжело было обновиться серверу, он постоянно падал. Вроде сейчас он заработал более-менее. И ждем, ждем людей. Во, видите, внизу пишется. Так, еще человек пришел, окей. Еще пришел. Все, пошли, пошли уже люди, смотрите. Так, один пришел туда, и один к нам пришел. Хорошо, ладно, let's go. Let's go, let's go. Я тебя вижу, чмок. Я тебя вижу, тварь. Сдохни! Help me, Вася! Help me! Let's go. Ну вот я говорю, что в общем я уже наиграл. Это на Б у нас, да? Часов 5. Пока нету 100% уверенности, да? А где остальные-то? Они все, видимо, очень далеко. Тварь тупая, а? Ну чему из этого оружия конченого? Нужно убрать, чтобы он автоматом подбирал оружие и брал в руки. Ну, вы видели, да? Я хотел с пистолета. Ну, ничего страшного. Люди приходят, приходят. Let's go. Вот, видите? Сейчас наберем полный сервер. Так что я был первый. Да, я первый пришел на сервак. Все, я крутой. Let's go, let's go, let's go. Наша задача не просто там победить, нет. Мы просто разминаемся, играем в кайф. Играем в кайф. Так, стоим, палим, палим. Сейчас я буду делать на гибе. Я думаю, сделать хотя бы минус 8. Опа, минус 1. Это был не бот. Так, одного бомжа я минус 1. На, чмо ты, Вася? Это тоже был не бот. Ну все, про ботов мы забыли. Ботов уже почти не осталось. Осталось всего лишь 2 бота, да, и все. Сейчас мы их быстро выкинем. Так, ну вы видели, да? Перезапустить матч. Ну давай, в принципе, перезапустим. Я не против. Я, кстати, не знаю, как делать голосование. Кто знает, напишите мне, ладно? Как голосовать за перезапуск матча и как голосовать за выкидывание игрока. А то бывает, тоже голосуют. В прошлом видео вы увидели, я только вообще зашел первый раз, наверное, в игру, за меня проголосовали, чтобы меня выкинули. Больше такого не было, кстати. За меня голосовали, чтобы оставить. Так, что там? Прочуй. Туда можно? Нет, туда нельзя. Ладно, будем знать. Видите, пока непонятно по текстурам, проходит, не проходит. Вот как больно. Давай, братюня. Самое главное не подпирать, да? Ни в коем случае не подпирайте своих тиммейтов. Ах ты чмо. Я хотя тоже попал, видели? Попал, 61. Он мне в голову попал, но это повезло. Да, повезло, бывает. Сами понимаете, это везение, не более, не менее. Самое главное, не подпирать ваших союзников. Кстати, в прошлую игру я играл, мне выпало оружие. Да, там какой-то автомат выпал. А, он за террористов выпал. То есть прикольно, здесь выпадают скины на оружие. Давай автозакуп.
Все, бот вышел из игры последний. Все, ботов больше не осталось. Let's go. Отлично. Хочется попробовать на раш бегать, то есть просто брать оружие и прям бежать побыстрее и сразу сносить всех. Ну вот не знаю. Пока что не доходило до этого. Так, что-то есть, по-моему, я уверен. Я уверен, что-то есть. Нет, да? Let's go. Let's go, let's go. Ага, дым. Зачем здесь дым кинули? Мне сквозь дым ничего не видно. Ну давай, братюня, я должен не ударить грязью в грязь. Тварь тупая, а? Чмо, ну крыса, что сказать, просто крыса, да? Задача у террористов, иди ставь бомбу. Я за это время уже обошел всю карту, заметьте. А это чмо стояло в дверях. Ну ладно, ладно. Пускай будет так. Просто факт в том, что они проиграли. Я вам открою секрет. Без вариантов. У них ни одного варианта нет победить. Пускай стоит там, не знаю, кукурузу охраняет. На что он надеялся? Не знаю. Кстати, надо было поиграть за террористов. Мне больше нравится за террористов ставить бомбы. Точно. Давайте мы перейдем тогда за террористов в следующий раз. Ну, понимаете, вот игроков нужно учить, как ставить бомбы. Они вообще не умеют. Сколько я играл, да? Они берут бомбу, но они не ставят перед собой цель добежать до точки и поставить бомбу. Нет. Они где-нибудь просрут по дороге 20 раз. Так, сейчас ответственный момент. Мне кажется, его сейчас убьют. Так. Тварь тут. Ну-ка, подожди. Вот мы здесь все засели, а они сейчас на А все пройдут и все. Хочется пробежать туда. Типа достали врасплох, да? Сейчас будем нагибать. Ладно, давайте тогда начинать уже следующей серии. Ну, в смысле, следующего раунда, да? Уже бежать на пролом, реально. Кто так стоять за спиной? Нет, не хочу, мне не нравится. Поменяем, давайте, все. А, мест нету, ладно, все, не хотите, хотите. Все, let's go. Попробуем, да он такого не пробовал, давай, давай, детка. То есть берем руки-нож. И we go. Сейчас будет АВП выстрел, да? Бежим, 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 и на пролом, давай, братюня. То есть это как, знаете, как мясо. Да черт, не, не получилось, вы видели, не получилось, к сожалению. Кстати, вот этот вот игрок, видите, вверху написано ТНСК, да, это пацан. Он часто играет, сейчас попадается мне постоянно. А с чем он бежал, у него ничего нету, что ли? Блин. Он просто бежал с пистолетом? Надо же не забывать, что могут обойти. Так, ладно, let's go, let's go. Я хотел на пролом, но меня ослепили. Меня ослепила красота неземная. Ну молодец! О, тихо, тихо. Сзади стоит дебил слепой, посмотри. А, там наш стоит, да? Так, ладно, вы это сделали. Все нормально. Ну, вы видели, я соло затащил, убил минус 5 уже примерно. Сколько у меня остатков? 2, 1, 4. Ну, не самое лучшее, но пойдет. Экипировка, давайте. Попробуем еще раз, на пролом, на пролом. Отойди, дебил. Отойди, дура. Так, я немного не привык. А ты опять они кидают. Ну, понятно, что за чему это кидают. Все ясно, я думаю, это они кидают. Ну, кончены, ну, вы видели, да? Теперь я все поняло. Окей. Вы видели, второй раз я бегу на пролом, а он кидает мне флешку. Давай черепушку. Не попал, нет? Ладно, let's go. Так, let's go, let's go, пошли, let's go, let's go! Я спасся, сейв, сейв, сейв.
Ах ты тварь, а! Не, я, мне просто мышка новая, я забыл, да. У меня клавиатура новая, мышка новая, поэтому повезло ему, чисто повезло. Мне больше нравится, знаете, всегда нравилась роль больше пушное мясо, да, то есть больше роль танка. Я не люблю АВП, честно, она сильное оружие, да, но я его никогда не любил. Мне больше нравится бежать на пролом и убивать. Давай, попробуем еще раз. Дубль 3. Самое главное, чтобы флешку не кинули, убытки. Ну и убить кого-нибудь надо. Окей, здесь вроде никого нету. Ой, тихо-тихо, братюня, тихо. А где все-то? Ничего не вижу! Оу! Тварь тупая. И как всегда в голову, да, попал? Дайте угадаю. По-моему, в голову. Что такое нарисовано? Непонятно. А, нет, это не голова. Ах, чмо. Ну, это было похоже на то, что я хотел, да, но там не было народу. Есть еще один вариант, да? Это пробежать здесь через ворота. А, если там будет АВП, это будет вообще жопа. Это давайте попробуем пробежать. То есть, если мы кинем здесь туман, да, дым кинем. Можно попробовать здесь вот пройти, где этот мужик, видите, идет. Выйти и пил-пил-пил сделать. Опять какая-то крыса засела на базе. Молодец. Он, наверное, не в курсе, что им нужно бомбу ставить. Ну ладно, бывает. Так, давайте P3. Граната дымовая. Давай, братюня, вот так. Да, меня застопили немножко. Сразу же, смотрите. Ну, я не знаю, реально, я не знаю. Откуда они знали, что я здесь? Ну, да. Знаете, мне надо такое ощущение, что здесь играют читеры. Ну, не знаю просто. Вот сколько я играл за террористов, да, они ни разу не кидали сюда гранату. Ни разу. Я бегу, они сразу кидают наперед. То есть я только зашел, уже граната летела. Офигеть. Ну, я не знаю, честно. Я даже не знаю, есть ли в CSGO читеры, то есть античит банит или нет. В 1.6 читеров было очень много. Но я уже который раз замечаю, что очень странно. То есть ты бежишь, а уже наперед. Бывает, там через стены убивают, тебя не видят. Сейчас вы видели, граната летела. Откуда они знали, что я там пойду, на скорость пойду? Не знаю. Эх, ну ладно, не будем отмазываться. В любом случае, мы сейчас будем стараться победить. Пробуем еще раз. Давай, давай, братюня. Опять какая-то крыса засела. Голосуют за бан. Давайте проголосуем. Так, у меня 2-7. Ну что за стата такая? 2-7. Бомжовская стата. Где эта тварь засела? А, собраться сейчас будем нагибать. Я пошел бы лучше реально за террористов. Пошли за террористов. Видите, они проигрывают. Пойдемте за них, поможем им выиграть. И будем так же, как они, кидать гранаты. Ну давай, давай, давай. Видите, с нами играет Нави. Молодец, постоял ФК. Во, все. Сейчас я покажу упырям, как нужно играть. Ой, я не то купил, ну ладно. Я хотел гранату. Let's go, let's go. Куда пойдем? Б, Б, Б. Let's go, пацаны, пошлите ставить гранату. Ой, бомбу ставить. Заметьте, прошлую игру они ни разу не поставили... Ни разу не поставили бомбу. Так, подождите, нас очень мало здесь. Нас здесь очень мало. Нет, мы уходим отсюда. Самое главное, наша задача, чтобы мы не сливались. Нас уже всех поубивали, ну ничего страшного. Я думаю, сейчас затащу. Видите, там один тот человек убивает всех. Let's go, братюня, давай, давай. Все нормально, я победил. Вы видели, да? То есть, когда ко мне попадает бомба, победа 100%. Я вам отвечаю, зуб даю. Ну, let's go, давайте приоденемся с легонца. Вот так вот и вот так вот. И сейчас будем также бомбы кидать, как он, гранаты. В никуда.
Здесь можно будет кинуть нам дымовуху, да, потому что здесь часто очень убивает. Нормально. Что, я убил кого-нибудь, нет? Так, давай, братюня, let's go. Что, пойдем на правом? На правом пойдем? Я ничего не вижу. А, это же я кинул, точно, подождите. Лоби! Никого не убило, да? Нет, я хочу кого-нибудь убить, нормально, давай. К тому же наше, да? Все, let's go, let's go, let's go. Ну, гранату будешь ставить, нет? Бомбу. Бомбу, гранату. Увидели, я попал хедшотом прям. Давай. Во! Ну вот ему повезло, моя пуля летела прям в голову, но его быстрее убили. Ну вот вы видели, сейчас чисто я затащил всю игру, да? Ну, по идее. Так, все, let's go. Покупаем ложную пометку, гранату, кидаем куда-нибудь ее вот сюда, вот. О, видите, а здесь пролетело. Да отойди, дебил, кусок. Не мешай профессионалу играть. Эх, нелегко быть профи, я вам честно скажу, нелегко. Смог, смог. Чтобы я мог пройти спокойно. О! Бомбанул пукан бомжа, отлично сделал. Вот не люблю, когда он оружие поднимает, автомат. Не люблю, реально. Ну вы видели, да? Что я все прочитал, кинул гранату и взорвал пукан одного бомжа. Ну ладно, let's go, опять покупаем. Гранаты реально, как знаете, кто играл в доту, они знают. В доте решает курица, очень сильно решает. Если есть кура в тиме, да? Это огромный плюс. То же самое здесь. Если здесь есть гранаты в тиме, да? Это огромный плюс. Куда ты прыгаешь, дебил, кусок? Давай, братюня. Кто меня стреляет-то? А все убили, да? Я еще попал по кому-то? Нет, я не мог попасть. Я даже ни одного выстрела не сделал. Все, теперь наша задача, да? Сделать Аллах-Бабах. То есть мы должны сидеть до самого конца и дать свою жизнь. Вообще, как профессионалы играют? Они покупают хорошие наушники, да, и слушают шаги. Я этого и не делаю, видите, я с вами говорю, то есть я вообще не слышу шаги. Пробуем убежать, если нас здесь встретят, да? Они... нет, они не задефают. Ну так и думал, чмо. Ну, опять пример, да? Пускай он лучше бегает по коридорам, нежели будет разминировать, правильно? О, let's go. Да что у нас по времени-то, а? 20 минут. Ну, давайте тогда еще сыграем минут 10, и все, и хватит. Так, Нуки. Кстати, Нуки я еще не играл, по-моему. Давайте посмотрим, что это за карта у нас. Она тоже была в 1.6, но я ее вообще не помню. Сейчас глянем. Так, где еще надо делать? Ага, понятно, let's go. Ну что, как обычно, сейчас я быстренько порешаю, раскидаю всех, как в прошлый раз, и все. И просто на изичи. Давайте мы будем играть за террористов. А, ну-ка, уматная карта, да, я в нее играл. А, это разминка, точно. Ты что, тварь тупая, закрой пасть свою. А-ха, я не могу попасть по нему. Видите, в разминке можно хоть сколько попадать. Это чмо. Все. Вот, вы видите, написано, что я победил. О, бомба! Ну, это победа. Априори купим мы этот пистолет. И вот эту гранаточку. И пошли. Напишем чат. Б-бум. Б-бум. Гол себе Б. О, я какое-то оружие не то купил.
Ну ладно. Гоу, гоу, Б, мужики, давайте, пошлите. Там они могут уже... Они постоянно там сидят. Чмо. Лови гранатку. Давайте, мужик. О, одного убили нашего. Не, туда, видите, нельзя. Пойдемте, пойдемте. Гоу, 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 на Ашку, Ашку, Ашку. Давай, братюня. Самое главное поставить бомбу. Видели? Я говорю, что всегда, когда у меня бомба, я ее поставлю. Всегда. Так, тихо, тихо. О, да-да, я думал, это свой, блин, тварь тупая. Ну, вы видели, да? Я выстрелил и остановился. Ну, ладно. Дефайте, мужики. Самая главная задача поставить бомбу. Дефайте, дефайте. Все, победа. Ну, да, да, это... Это моя тема. Когда дают мне бомбу... Бомбу мне. Быстро. Быстро бомбу мне дали. Дай бомбу, мразь. Где моя бомба? Да, конечно, они не послушаются. Это же мудаки тупые. Вот давайте глянем, да, прошлый раунд я затащил с бомбой 100%, поставил бомбу, как я и говорил. Теперь мы глянем на этот раунд. Это он с бомбой или нет? Нет, это не он, по-моему. Кстати, а что такое синий у него, я не могу понять, это какое-то оружие? Ладно, let's go. Карта неплохая. Так, тихо, подождите. Я могу случайно впасть в ярость. Опять же, здесь видите, много преимуществ у контртеррористов, да? Они все время на позиции занимают и все. Так, let's go. Я знал, что он там, да. Мне бы здесь пройти, эти мрази сидят. И все, сидят и сидят. Больше они не сидят. Так. А я его убил? Нет, я что-то не помню. Я не помню, убил? Да, его вроде убили. Все, бомбу поставили? Нет? А, все, поставили. Ну, смотрите, я минусанул двоих, да, и в итоге мы еще взорвали. Ну... Ну, все, попервал батьки. Вы видите, я сразу начал нагибать. Там кого-то банят бесконечно. Нормально, ладно. Фух. Вот сейчас я опять выбегу, да? Но там будет такой неприятный момент. А, все, я теперь помню, какое у него оружие. Понятно. Я думал, что за оружие такое синее? Да, ну такое, так себе оружие. Там еще 50 патронов у него. Оно слабое, но если в голову попадать, будет офигенно. Блин, я ничего не вижу. Где я? Дебилы тупые. Не могу залезть на это говно. Так, let's go, let's go. Кого-то уже убили. Так, стоп, как он сдох-то, подожди. Можно пробовать там выйти. Так, здесь вроде все тихо. Ну, тварь тупая, а. Повезло бичу. Там такой запрыгал, такой. Как псина подзаборная запрыгала. Ладно, давайте сейчас еще один раунд сыграем. И хорош. Потихонечку я, видите, вот кто-то уже пишет даже в ХЭ. Потихонечку я набираю скиллок, вспоминаю. Фух, не, ну реально повезло твари. Опять же, я уже говорил, что... Калашом, да, калашником тоже нужно уметь стрелять. То есть я неправильно стрелял, я знаю. Там нужно прерывисто стрелять. А я уже нажал и долго-долго держал. Это я понятно. Это технику я всю это знаю наизусть. Получается, вот так надо стрелять. Вот так. А я, когда ты зажимаешь, да, стрельбу, то у него увеличивается разброс. Это понятно, это все понятно.
Просто нужно немного практики. Кстати, еще так можно стрелять, кстати, через стенку. Я это все помню, да, да, да. Там убили, убили, мразь. Тихо, тихо, тихо. Они уже все ближе и ближе. У-ху! Опасно, опасно. Да ж черт ты, а? Ну как так? Я не знаю. Просто не знаю. Реально кривые руки. Казалось бы, да, стоят двое, мог же убить. Ну хотя бы я не просто подыхаю, хотя бы я попадаю, заметьте, да, вот до этого пацан убил благодаря мне. Ну давайте еще разок попробуем, да, вместе с вами. Let's go, let's go. Потом я уже сам буду практиковаться, я опять буду записывать, и потихонечку будет продвижение. Это реально, например, это учиться, учиться. Буду играть в свободное время. Видите, эта карта, в принципе, здесь преимущество, безусловно, на стороне контртеррористов, да? Потому что они просто там стали с АВП и все, и радуются жизни. Что-то полезешь, нет? Сюда еще можно закидывать. Можно прыгнуть отсюда вот, но не всегда получается. Можно закидывать. Давай, противник, залази. Хотя это вряд ли ему поможет, он уже раздох там, я покажу его. Так. Бомбу поставили, let's go. Нужно дефать бомбу. Опять же, нужно еще держать оружие, прицел, да, на уровне головы. Аллах бабах! Аллах бабах! Аллах бабах! Аллах бабах! Я дам свою жизнь! Аллах бабах! Бабах! Аллах! Всем пока! Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь, комментируйте! Я еще потренируюсь и потом запишу видос. То есть вы будете видеть такой прогресс потихонечку, потихонечку. Все, всем спасибо!